Турция продолжает наращивать мощности подземных хранилищ газа. После завершения необходимых работ суммарный объем хранилищ Тузгюллю и Сильвирия достигнет 10 миллиардов кубометров. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Фатих Денмез во время посещения первого подземного газохранилища Турции. Сильвирия, турецкий министр, подчеркнул, что подземные хранилища газа являются стратегически важными объектами, играют ключевую роль в вопросе надежности поставок природного газа. По его словам, газохранилища позволяют удовлетворять высокий спрос на природный газ в зимний сезон. Министр отметил, что работы по увеличению мощности хранилищ природного газа начались около 2 лет назад и продолжаются до сих пор. Общая мощность 2 хранилищ достигнет 10 миллиардов кубометров. Здесь мы будем хранить примерно 20% потребляемого в стране газа, отметил Денмез.